Ну что, всем здрасте. Сегодня у нас замечательный обзорчик будет небольшой. Вот на таком замечательном фоне. Справа уточка, слева бабочка. А посередине у нас будет... Сейчас покажу, что сегодня удалось урвать. Это практически раритет. Долго я мучился, стоял в очереди. Сейчас я все разложу. И будем заценивать. Еще практически сам не открывал. Итак, у нас сегодня в Латвии вышла юбилейная монета, посвященная столетию государства. И под названием гербовая монета. Вот к ней описание. Сейчас покажу саму монету. Монета довольно четкая. Вот. Выглядите, сейчас я ее приближу. Монета, значит, посвящена четырем регионам Латвии. И вот видно гербы этих регионов: Видземе, Курземе, Латгалы, Земгалы. На каждом регионе находится замечательная животинка: лось, грифон, лев. Еще один грифон, похоже, только в другую сторону смотрит. Так, сейчас мы глянем и вторую сторону. Сейчас я ее выковырю аккуратно. Так, а вторая сторона у нас тоже довольно симпатичная. На ней уже герб Латвийской Республики и года 18 и 18, то есть 100 лет. Ладно, забрасываем ее обратно. Короче, все сегодня получилось очень спонтанно. Про выход монеты я узнал только с утра. И тираж у нее, кстати, очень маленький. Тираж у нее всего 3000 экземпляров. Так что это практически раритет. В банке, где она продавалась, был бешеный ажиотаж. Люди гибли за металл. Вот. Но нам, к счастью, удалось урвать. Взял номерки в двух банках. В одном банке номерок передо мной кончился. Во втором я все-таки добился своего. Взял монету и был очень этому рад. Ну и вот, и сколько же монета стоила? А стоила эта монета 53 еврика. Ну, что могу сказать еще? Я уже посмотрел. На eBay она уже стоит в районе 100 евриков. Местные продают ее где-то в районе там от 60 до 80. Но есть шанс, что монета, она очень хорошо ее тут пиарили. Возможно, тираж маленький, она в цене в какой-нибудь и вырастет несколько раз. Так что так, небольшое вложение. Вот монеты серебра, сколько грамм? А я даже и не знаю, сколько грамм. Кстати, а тут еще книжечка к ней. Книжечка к ней. Ёлки-палки, я даже не заметил сразу. Сейчас мы ее откроем, почитаем. Что же в ней? А, ну в ней тут кратко. А, вот краткая история всего, что произошло за 100 лет. И судя по датам, даже еще раньше. Так, ну и вот технические характеристики. Сейчас мы это рассмотрим повнимательнее. Ну вот, сертификат 5 евро, серебро 925 проба 31,47 грамма, диаметр 38, качество пруф. Ту-ту-ту-ту-ту. Монетный двор Леттеред. Тираж 3000 экземпляров. Ну замечательно, раритет. То есть урвали рарик. Теперь одним рариком у нас стало больше. Вот так вот запихаем обратно. Вот, тут еще к ней дали такая коробочка у нее симпотная, приятный материал. Главное ее не загадить. И дали книженцию. Ну, книженция это тут на двух языках. Сейчас я вот так вот. Английский язык и латышский язык.
Ну, я думаю, тут кто из Латвии, тот и так все знает. А кто не из Латвии, то тому, честно говоря, по барабану, наверное, что здесь написано. Так что вот монета с двух сторон. Ну, если, конечно, кого-то заинтересовал текст, что здесь написано, пишите, я вам персонально пришлю. Вот. Ну, вот такая вот хрень сегодня получилась. На этом все. Всем спасибо, что смотрели обзор. Это самое все по старой схеме. Так, все. Пока. До новых встреч.